Ребятки, всем привет! Ну что ж, мы опять в Жуков гараже, да-да. Вот такая вот телепортация. Приехали забирать свой вездеход. И что у нас тут есть? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А там есть что-нибудь в заначках? Мишаня, поздоровайся со всеми. Страна, привет тебе, страна! Женя. Ну, Женю вы все уже знаете. Это уже новая машина пришла, опять новая. Ждет своего хозяина. Рыдает. Приходите, забирайте. Ну, повторюсь, опять же Жуков гараж занимается не только тюнингом, VIP-тюнингом этих вездеходов, но и продажей их. Ладно, а сейчас перейдем к самому интересному моменту. Ну скажите мне, что не сделаешь для себя любимого? Вот так вот стандартные вездеходы превращаются в дискотеку на колесах повышенной проходимости. Впечатляет, конечно, частота звука, давление. Интересно играет. Ну, что я вам хочу сказать. Вот такой вот еще вездеход выходит из конюшни Жуков гараж. Что у нас тут есть? Ну, это полная обшивка. Полная обшивка салона. Новые матрасы. Новое сиденье сделано. То есть компоновка сиденья вот такая вот. Вот. В вездеходе ты едешь по автомобильному, не по борту, но в то же время его можно разобрать. Это сиденье разбирается и вставляется вот сюда, вот, то есть делаются полноценные спальные места. Прикольно. Но в то же время, ребят, да, здесь можно сидеть уже не по борту, а вот два человека могут сесть так. И два вот так вот. То есть тем самым можно шестером с комфортом передвигаться. Сиденье можно дальше отодвинуть, либо ближе, в зависимости от того, где у вас будет груз и багаж находиться. Сейчас я приглушу эту зверскую музыку. Ну, в смысле, громкую, потому зверскую. Вот. Сенсорный свет. То есть все вот таким образом работает Вибаста. Вибаста штатная стоит, да? Пакеты мы поставили сюда. Да. Хороший. Здесь уже стоит стеклопакет. О, блин, как. Ну что, Жуков гараж набирает обороты, я вам хочу сказать. Здесь сдвижные окна, то есть можно открыть, там перегар выпустить. Вот так вот. И закрыть. Ну, либо посмотреть там эти, как его там, такуют, не такуют. Закрыл, дальше спишь. Ребят, посмотрите, динамики какие они с объемами. Вот опять те же люки, после которых алюминия в стране не хватает. Ну и, конечно же, посмотрите, какая чудесная панель. Уже с индикациями, боковой свет, передний там. Ух, чего только нету. Чего только нету, ребят. Наверное, напряжение бортовой сети. Уровень топлива, температура, вольтаж, моточасы, заднее зеркало, монитор. Крыша здесь поднята. Также вот видно. У нас тоже когда-нибудь будет такая панель модная. Ну, в принципе, вот внутреннее убранство, да, оно... Кстати, вот ручки появились жесткие вот такие вот. Достаточно удобно. Достаточно удобно. Они такие плотные, подхват. Можно, то есть, спокойно. И в то же время можно что-то закрепить. Вот сделали, ребята, такие лямочки, ямочки, крючочки. Вот. Люк. Ну, люк такой же, как у нас, он открывается и сдвигается, правильно? Нет. На полу
На полу, наверное, ничего нового нету. Ну что ж, ребят, вот такая вот стоит музыка. Усилитель Rockford Kenwood, голова стоит. 4 канала, трехполосочки пионера. Да, видите, здесь есть потайная такая дверка. Да, она еще не доделана. Машина в процессе доделки идет еще. И вот здесь вот есть такая штучка, куда можно спрятать последний патрон. Здесь также стоят аккумуляторы литий феррум фосфат, такие же, как у нас, в принципе, которые имеют и плюсы, и имеют и минусы. В связи с чем на машину также будут установлены суперконденсаторы компании Titan Power Solution. Вот, чего и вам рекомендуем. Ребят, не знаю, что же здесь такого еще нового есть, чем он может быть необычный и интересный. Жуков гараж и так проделал колоссальную работу, которая не может просто не нравиться. Ну что ж, встречайте. У нас был Bentley Sherp, был Batman Sherp. И вот это у нас будет Lambo Sherp. Вот такой интересный цвет выбрал хозяин для своего вездехода. Хочу сказать, что это, наверное, фирменный цвет, семейный фирменный цвет. У него практически все автомобили имеют такой цвет. Ну и что ж, помимо цвета, что я здесь вижу интересного, ребят? Это, конечно же, окна. Раздвижные откидные окна. То есть это вот окна такие же, как у нас. Раз и все. Все, закрыл, больше не выйти, не войти. Но они еще открываются так же и вот так вот держатся. Ребята ставят какие-то новые амортизаторы. Сказали, что нам поставили, у нас теперь будет держаться все. Здесь свет 360, перед, зад стоит свет. Вот такой прекрасный багажник, которого у нас тоже нет. Но ничего, мы еще к вам не раз приедем. Вот, стоит камера. Камера какая-то модная стоит. Стоят вареные квадраты. У нас такие же квадраты есть перед-зад. Хозяин вездехода не захотел ставить стационарную лебедку. Использует лебедку переносную. Может быть и верное решение. Пока не знаю. Мы еще и стационарно не попользовались ни разу. Хотя бы даже для проверки. В общем, вот такая иллюминация снаружи получается. Боковой свет... Ну, интересно, интересно, когда машинка едет, вокруг нее просто световое пятно получается. Здесь у нас стоят противотуманочки, здесь стоит штатный ближний свет, это вот, который идет на вездеходе в допах. Вот его используют как, также, наверное, ближний свет рабочий. Вот, стоит люстра Riddick Industries с оранжевой подсветкой, да. Спереди оранжевая, сзади красненькая, да, будет работать. Вот, ручки, кстати, ручки. Ручки очень удобные. Люк, несмотря на багажник, имеет возможность... То есть вы можете открыть его, сложить на багажнике решетку и выбраться по пояс наружу. Ну что могу сказать. Действительно проделана колоссальная работа. И еще один интересный, вот видите, я же говорю, все в доделках идет. Я просто, мы приехали свою машину забирать и попросили, ребят, дайте нам, говорю, материал какой-нибудь взрывной, есть какой-нибудь что-нибудь, такая какая-нибудь морковка. Он говорит, как раз у нас есть такая морковка, еще сок с нее течет. Даже еще болото ни разу не видела. Я надеюсь, мы ее еще обкатаем и в бою, и в действии, посмотрим, как она будет себя вести. Но работа проделана не маленькая. Пока... Мне все нравится. Интересные есть решения. О! В общем, вот такая вот машина. Новая машина родилась. И которая достойна встать рядом с Bentley Sherp, с Batman Sherp, который мы вам показывали в прошлый раз. А вот это вот будет Lambo Sherp у нас называться. А почему нет? Очень достойный аппарат. По крайней мере, из-за этого цвета, ребят, он никак в ходовых качествах не потерял. Скажу вам так, что зверю вообще на самом деле пофиг, какого цвета у вас машина там или что там. Вот. Зверь, если ему нужно, он вас определит и по шуму, и по запаху, и по каким-то другим
вещам. С вертолета, чтобы вас не нашли. Ну, для этого сейчас есть уже давным-давно тепловизоры, которые какой цвет не красьте, какой камуфляж не делайте, вас все равно увидят. А так, чтобы ты сам потом вездеход не нашел, ну, конечно, это можно усложнить себе задачу и выкрасить его вообще это самое. Можно еще елками обложить, будет вообще бонно. Вот. Ну, тут каждый, как сказать, хозяин барит. Может, я тоже себе красный сделаю какой-нибудь. С белой полосой, гоночный. Шучу. Каждый решает для себя сам, как ему нравится. Захотелось человеку вот такой вот цвет. Будет у него, значит, ламбашер. Что ж, достойно уважения в любом случае. Вот, потому что... А! Как я забыл? Забыл вам рассказать. Стоит защита. Полная. Перед, середина, зад. Защита, я вам скажу, ребята, эта тема, она нас уже не раз выручала. Это, наверное, хозяева машинок, особенно ранних, знают такую болячку, что вот этот вот металл, большой лист, он хлюпает так брум-брум-брум-брум при езде. Вот ребята из Жуков гаража проваривают как раз такие полоски из Хардекса, усиление делают. И борта перестают блямкать. Ну, у нас так блямкает, у нас этот звук не напрягает, как бы. Ну, если бы я делал ламбошерп, я бы, наверное, тоже попросил бы убрать мне такие блямки. Может, когда-нибудь уберут, просто у ребят нет сейчас свободных полосок Хардекса. Не, на самом деле, данная операция связана с тем, что надо снимать обшивку. И лучше это вообще приурачивать все к смене обшивки, чтобы как бы одна работа другой не мешала и не делать два раза одно и то же. Хороший питомец получился. Очередная яркая машинка выезжает из Жуков гаража. Я не сомневался, что будут получаться вот такие результаты. Да нет, честно скажу, немножечко сомневался, но Женя, конечно, вывел все это на новый какой-то уровень своим трудом, усердием. Ребят, ну вот оставил я их делом заняться, да? Посмотрите, колбасера два. Вот так вот. Не хотят работать, никто не хочет. Один я. Под рукой утираю. Сегодня первый теплый день. Ребят, ну что еще вам хотел сказать? На самом деле, да, ламбошерп классно. Все эти финички, вся работа Жуков гаража прекрасна. Но... Данный выпуск приурочен к нашему юбилейному 50 тысяч. Да-да, настало 50 тысяч. 50 тысяч подписчиков, которым не безразлично охота, рыбалка, поиск кладов. Ну и, конечно же, внедорожная техника. Экстремальная внедорожная, либо любая внедорожная техника. И в связи с этим мы хотели бы сделать розыгрыш. Но розыгрыш не простой, а розыгрыш от Жуков гараж для владельцев вездеходов Шер. Спросите, чем можно удивить этих людей? Да, наверное, вряд ли можно чем-то удивить сильно, так прямо вот взять и ошеломить, удивить. Но у нас есть две интересные и полезные для вас вещи. Первое, ну, можно будет, в принципе, на выбор. Если у вас есть одно, значит, можно будет получить другое. Первое, это система заправки вот из этих канистр, чтобы сразу же топливо поступало в бак. Вы, наверное, видели у нас эти ролики, как мы ее делали. Вот. Вы можете выиграть либо систему заправки, либо систему выброса горячего воздуха из моторного отсека, которая необходима летом. Наверное, многие покатались летом и понимаете, что эта система необходима также. Так как этот розыгрыш только для владельцев вездехода Шерп, то у нас будут немножечко изменены правила. Для участия не надо будет писать комментарии, не надо будет ничего делать. В описании есть e-mail, куда вы можете прислать письмо, если вы владелец вездехода Шерп и хотите принять участие в этом розыгрыше. От вас ничего не требуется, просто прислать ВИН-номер своей машины и все. Если хотите, можете рассказать, откуда вы, просто город, местоположение, чтобы мы понимали, как бы, понимали географию, насколько сильно распространилась эта машина. Нам это интересно. И в ответ вы получите в письме номер, под которым вы будете зарегистрированы в этом конкурсе. По прошествии 2 недель мы проведем розыгрыш в прямом эфире, где будет выбран случайным образом победитель, который сможет воспользоваться вот этими призами и подарками от компании Жуков Гараж. Дорогие владельцы вездеходов Шерп, ждем вашего участия.
Участвуйте, выигрывайте, побеждайте, приезжайте в Жуков гараж. Ну и, конечно же, смотрите нас и не забывайте подписываться. Поздравляю нас, ребят, нас 50 тысяч. Крутяк. Да, именно нас с вами. Не вас, а нас с вами 50 тысяч, потому что мы тоже с Мишкой подписаны. Ну, был грешок, когда нас было мало, мы тоже подписались. Пока, ребят, большое спасибо. Все, народ, пока, до встречи на болотах. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо, пока.